В Твери продолжается благоустройство Соборной площади, которая расположена возле Императорского дворца. Планируется ложить гранитную брусчатку, установить освещение, благоустроить прилегающую территорию. Ход проделанных работ проинспектировал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Сейчас на объекте ведется подготовка территории для укладки брусчатки. Игорь Руденя подчеркнул, что при выполнении работ должно быть обеспечено сохранение исторического облика территории. При этом в благоустройстве используются самые современные технологии и материалы. Напомним, что возрождение Спаса Преображенского собора на историческом месте началось в 2014 году и осуществлялось при поддержке неравнодушных земляков и благотворительного фонда «Собор».